Привет, хоть до новогодних праздников остается месяц с копейками, готовь, Саня, как говорится. Так что я решила проверить, как обстоят дела с ассортиментом в магазинах. В этом видео Массимо против Зары, черное против черного и бархат против велюра. Ну что, погнали? Начнем с Зары. Померила вот такой костюм. На сайте написано, что это бархатный костюм, но я с ними могу поспорить, потому что бархат в основном это натуральная ткань, а это 100% полиэстер. Сел костюм отлично. Брюки в талии чуть-чуть большеваты, но это поправимо, все решаемо. Так, отличное качество. Смотрится дорого-богато, но цена завышена. Я за практичный Новый год, чтобы потом вещь можно было носить, поэтому такой вариант меня вполне устраивает. Далее, прозрачное платье с пайетками. Тут зависит просто от вашей фантазии, что же надеть под него. Это может быть простое черное платье, боди, леггинсы, джинсы, брюки. И список может продолжаться бесконечно. Многофункциональная вещь, по идее, да? Только градус вот этой праздничности понижаем с помощью простых базовых вещей. Ведь для каждого выбор наряда зависит от многих факторов. Где, как, зачем, почему, какие ваши предпочтения, какой бюджет, какая фигура. Все эти нюансы, конечно же, влияют на конечный результат. А еще когда такой скудный ассортимент в офлайн-магазинах, то как-то становится тревожно. Но держим себя в руках и ко всему относимся позитивно. Ладно, хорошо, философия, перейдем к практике. Велюровые брюки с этим платьем отлично. Можно также велюровый комбинезон надеть. В Манго, кстати, я его нашла неплохой. Кстати, топ мне понравился, неплохой. А вот когда я надела это платье, мне захотелось спеть песню Пугачевой. Ужас, очень неудобно, рукава сделаны странно. Поднимаешь, все задирается, все тянет. Подчеркивает то, чего не существует. В общем, нет, конечно. Юбка с пайетками, длина миди, понравилась расцветка, подойдет для фигур более прямых, на мне размер S, это самый минимальный, в талии мне она большая. Так как она акцентная, подбираем к ней одежду более такую нейтральную, поменьше аксессуаров, юбка будет работать за всех в этом образе. И да, лодочки неудобные. В H&M совсем все плохо, посмотрите. Даже визуально видно тряпка, и на ней нашиты бусины. Ну что это? И вот такие топы мы тоже не берем. Это что за стайл такой? В общем, новогодняя коллекция пополнилась в молодежном отделе. Но там тоже все не так хорошо, как хотелось бы. Сомнительные платьишки. Там интересная ситуация произошла, когда я находилась там. Там девушка с парнем выбирали. Значит, ей наряд на Новый год. Я так поняла. Вот она ему показывает какое-то открытое вот такое платье короткое. Спрашивает его мнение. Он глаза только расширял и говорил, ну, я думаю, что нет. В общем, тоже не в восторге был от коллекции. Ну и мы наконец-то добрались до Массимо, и тут восторг от этого костюма. Бархатный костюм. Состав вискозы и тутовый шелк. Что может быть лучше? Может быть лучше только
просто тутовый шелк, да? Супер. К сожалению, на камере не так все красиво смотрится. К сожалению, была чуть-чуть расстроена, но все же, поверьте на слово, все, что я примеряла в Массимо, мне очень понравилось. Ну и, соответственно, цена костюма такого же, как в Заре, в два раза дороже. Манго. Понравился мне комбинезон из велюра. Состав не идеальный, но хорошо сел. И фасон неплохой. Можно добавить пиджак, ремень, только не такой, какой мне предложили сами продавцы, потому что он смотрится дешево, не стильно. Но я надела, чтобы просто показать вам, как это будет смотреться. Или, например, кардиган. Кстати, кардиган очень неплохо сшит. Фасон интересный, но цена почему-то очень завышена, хотя он искусственный. Еще есть один комбинезон манго, он уже с кружевом, такие широкие прямые штанины, тоже неплохой, но 100% полиэстер. В общем, что могу сказать, выбор не ахти, но это только начало, каждую неделю будут поступления, я на это надеюсь, так что не унываем после моего видео, не все так плохо. И новогодняя инспекция в моем лице продолжит свой рейд по новогодним нарядам чуть позже. И чтобы не пропустить новые видео, я предлагаю вам подписаться на мой канал, поставить колокольчик. И говорю огромное спасибо всем тем, кто подписался, поставил лайк, написал позитивный комментарий. Спасибо и скоро увидимся!